Несмотря на врожденный недуг, Никита Катуков дружит со спортом с детства. Плавание, футбол, а с 2015 года – легкая атлетика. Ранее он уже показал себя на Паралимпийских играх в Токио, чемпионате Европы в Польше и других крупных соревнованиях. А сейчас пополнил копилку наград Ульяновской области серебряной медалью с чемпионата мира, который прошел в японском городе Кобе. Соперников у меня были и китаец, американец, серб, кубинец, вот который первое место занял. То есть соперников было много, раньше всех видел, всех знаем, все общаемся, поэтому ехал бороться. Как отмечает тренер Алексей Михалкин, занимаются паралимпийцы 6 раз в неделю по 2 часа. Поэтому каждая их победа – результат упорного труда. Но несмотря на интенсивную подготовку, обойти соперников на международных соревнованиях достаточно тяжело. В последней попытке своей, очень, так скажем, эмоционально, сильно вырвал серебро у китайца в прыжках в длину, соответственно, показав очень высокий спортивный результат. От Ульяновской области в чемпионате мира участвовали еще 2 параатлета – Анастасия Соловьева и Антон Феоксистов. В этот раз они не заняли призовые места, но не отчаиваются и продолжают заниматься. Ведь у них есть возможность стать победителями на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди паралимпийцев. Они пройдут в Екатеринбурге с 3 по 7 июня. Юлия Адамова, Олег Тоньшин, Управда ТВ.